Хеллоу, ребята, с вами Фибоначчи, мы продолжаем прохождение игры под названием Брутато. Ну что, последняя у нас пятая сложность. Я уже попробовал за нескольких поиграть. Попробовал за разностороннего, за призрака, за рыцаря, за мазохиста. Ну, блин, крыша, 15-я волна. Даже до боссов, собственно, не дошел. Очень сложно. Глянем, что тут еще. Удача точно нет. Так, 30% скорости к параметру. Плюс 1 к параметру. Урон в ближнем бою за каждые 2 параметра к скорости. Минус 100 к броне в неподвижности. И минус 3 броня. Вообще, скорости дофига. Урон сразу в ближнем бою нормальный. Неподвижность-то мне не надо в неподвижности быть. Минус 3 брони мы как-то минимализируем. Да вообще ништяк. Урон в ближнем бою. А давайте. Оу. Сюрикен считается ближним боем? Нет, дальний бой. Тут говно, конечно. До одного отскока при критическом ударе. Скорость 0.87. Да ну я пока его и возьму. Так, пятая сложность. Ну, чтоб сейчас вначале меня побольше поубивать. Хотя, нифига не побольше, да? Левел хотя бы взять, ну-ка. Взял левел, кое-как взял левел. Зачем я это дерьмо взял? Так, броня. Ну, ё-моё, не надо мне такого говна. Поменять. Ну, вот это нормальная тема, поставим. 8 сбор, минус урон в ближнем бою. Да что такое? Еще один сюрикен мне дают. Не нужен. Копье. Да вот лучше уж лучше копье. Разобрать. Так, это у нас закреплено. И топор давай, во. Закрепить. Урон, скорость атаки, урон, скорость атаки. Все, тупо оружие ближнего боя. Здоровье как-нибудь будем поднимать, наверное. Эй, что за фигня? Чё это он копьем не вдарил? А, потому что топор бьет чуть раньше, да, а копье как бы промахнулось. Прикольно, блин. Броня. Надо и то забирать, пока топор. Блин, и ящик тоже нужен. На месте не стоять. Броню сейчас потихонечку мы доделаем до нуля хотя бы. Тут проблема в том, что уже там к шестой, к, не, наверное, к восьмой волне враги очень больно бьют. Они просто лупят по двадцатке. По 26 урона, если там 0 брони у тебя. Ну это, блин, ну, бред же. Урон в ближнем бою взяли. Так. Берем и это, и то. Обе забираем. Броня минус 4. Поехали. Стрелки. Сразу огреб. Ну кто так делает, блин? Ай. Мне интересно, чем вот жирнее и сложнее враг, опыт зависит от этого.
и количество денег. Пятый левел на четвертой волне. Неплохо. Удачи. И урон в ближнем бою. И скипетр, который не нужен. Так, скипетр не нужен мне. Здоровье сам буду как-то делать. Или один взять. Но 10 урона нет. Он даже сейчас с одного удара не будет... С одной тычки не будет выносить. Вот это вот можно взять, на самом деле. Поправить чуть броню, уклонение прибавить. И вот это, от расходников больше здоровья восстанавливается. Нет, нет, тут надо на кражу жизни, наверное, делать ставку. Так, итого у меня, блин, два топора, три копья. Что за дела? Топоров должно быть больше. Четыре топора, надо два копья. А не так. Сейчас, когда кабаны пойдут, начнется настоящая жесть. Давай. Есть. Скорость. Кража жизни. Вот она. Давай-ка. Турелька. 5 крит удар. 5 уклонения. Минус 15 дальность. Вообще, я думал без крит удара поиграть. Как бы в жертву его принести. И тупо рассчитывать на урон, который у меня будет. Давайте поменять. Хрень. А что дает дробящая? Плюс одна броня. Минус 3 к скорости. А, и плюс максимум здоровья. 6 предметов. 3 брони, 6 здоровья, минус 15 скорости. А, и бонус к урону. Тяжелая. Поменять. Супер. Еще копье. Забрали копье. Забрали удачу. Все, 6 предметов есть. Да, с броней что-то надо делать срочно. Так. Урон. Урон неплохой. Пока что. Подарки не дают. Взял удачу, а подарки до сих пор не дают. Оп, спасибо большое. Я ждал этого подарочка. Надеюсь, там будет 6 к урону ближнего боя, минус 3 к урону дальнего боя. Так, давай. Убиваем. Не дохнем. Чуть не дох, чуть не помер, кстати. Атаки с шансом 25% наносит огненный урон. Да давай, почему нет? 1x3. Стихийный урон я качать не буду. Нет, нафиг не надо. Инженерия. Стихийный. Кража жизни. 1. Тут, наверное, поменять можно. Сбор удача. Сбор возьмем. Хоть немножко пусть будет. Так, забираем. 10 скорость атаки, минус 2% к урону. 10%. Я возьму и вот это, и вот это. И еще и поменять нажму, и вот это мы закрепим. Классно. Вот и третий топор. Че, хила с одной тычки вынес? Это неплохо. Хороший результат. Кропотливого труда. Иди-ка сюда. О, два подарка. Вот она, удача. Заиграла красками. Убить сразу толпу, отлично. Ведь классно же все. Хил. Да что я за тобой буду бегать? Ну ладно, побегаю. Там дерево. Ох. 18 здоровья для 7-й волны, это крайне-крайне мало.
разобрать. Больше броню нельзя убирать. Во! Крит-удар. Приносим в жертву. Как я и хотел. Как я и говорил. И повышаем все остальное. Удача... Да, здоровье. Давайте. Тут как бы уже надо думать о себе. Объединяем. И берем вот такой топор. Вот это, кстати, еще раз торт можно взять. Нормальная штука. Минус 5 к уклонению. Уклонение 36. Это тоже нормально, в принципе. Дальность сбора и сбор сам увеличится. И плюс я буду больше бабла получать каждую катку. Вы получаете на 9 больше материалов и опыта в конце... А, и опыта? Сбор отвечает за опыт? Увеличивается на 5% при каждой активации. Я даже не в курсе был. Блин. О, кстати, нормально. Вообще нормально кабана вынесли просто. Ой, вот опять меня манило к этому к снаряду, да, подойти и стукнуться об него. Вот я не знаю, что за головой-то, блин. Надо подойти и удариться об снаряд. О, там этот, как его, ящер. А куда он делся? Исчез? За край карты забегает и исчезает? Ну-ка, пойдемте к этой толпу. Вот он бегает. Ну-ка сюда. Ай, фига, он 12 урон наносит. Скотина, теперь бы не умереть из-за него. Давай, давай дерево. Так, хп. Пойдем! Ну, толпу жахнул. Вот, от расходников восстанавливается больше здоровья. Вот это классно. 10 скорость атаки. Да. Нет, давайте урон... Давайте 10 скорость атаки, да. Реген здоровья. 8, минус 50% очков здоровья в начале волны. Такое себе. Это опасно. Очень. Не успеет у меня столько здоровья восстановиться. Не буду. Можно поменять, попробовать. Ну, урон в ближнем бою, кстати. За минус 2 сбора. Давай. Тогда не надо менять. Если бы у меня был вампиризм, допустим, 10, то еще куда ни шло. О, 9-я волна, это классная волна. Здесь полно народу. Но она и, тем не менее, сложная. Сейчас, когда кабаны пойдут, я уже не смогу никого пробивать. Нормально, по-человечески. По-человечески, это чтобы они умирали. Ну, вроде нормально, я держусь пока. Вот только еду зря подбираю. Которую могу не подбирать. Вообще нормально. Я бы сказал, даже очень хорошо. Очень хорошо. Обезьянка, да. При сборе материала возможность получить... Во, броню, давайте, все. 0 броню, выровняли. 10 здоровья. Ой, 9 здоровья. Берем. 42 здоровья. Отлично. Топор. Объединяем. Забираем. Скорость атаки 46. Кстати. Это хороший показатель. Так, а у меня тут нету, которая 20% мне дает. Нету. Поменять. Крылья. 10 скорости, 30 дальность, минус 2 стихийный урон. Супер. Классная вещь. Глаза пришельца. Их бы штуки 3 набрать. Было бы классно. А так... Давайте мы ее, наверное, закрепим. Потому что вещь интересная. Когда их много собираешь...
убить его сразу, да? Нормально, нормально. Ай, ударился, блин. Плохо, ударился. Еще ударился, да? Или это звуки от врагов? Так, хп. Сожрали, ну-ка. Эй, дайте пройти-то, блин. Вы что, офигели? Эй, что вы себе позволяете, молодые люди? Пробежать, пробежать, пролететь. Сквозь, 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 сквозь них, сквозь них. Вот так, хорошо. Супер, дерево. Сломал. ХП не взял. Давай, давай, давай. Лупи, 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 лупи. Супер, 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 супер. Отлично. 413 бабла. 5 параметров к урону каждые 5 секунд до конца волны. А изначально минус 20 к урону. Мудрость. Нет, вообще нормальная штука. У меня к урону сейчас 30 и будет расти с каждой волной. И к 20 секунде, после 20 секунды урон только будет возрастать. На боссе, мне кажется, это очень поможет мне. Я возьму. 12 к урону, 2 броня. Броню мы вроде выровняли. Кража жизни. Блин, она нужна. Ну и урон нужен. Так, топор. Вот сбор. Минус броня и сбор. 16. 16 сбора — это круто. Еще 10 волн. Денег больше, больше опыта. Топор надо этот забирать. Но. Надо его забирать вот так. Делать красный. Так, что, взять сбор этот? 16 за одну броню. Возьму. Закрепляем глаза пришельца снова. О-о-о. Вот эти пошли, значит, пошли проблемы уже. Бить их долго, мучительно. Отбрасывания нету. Цепанули меня, да? Давай, хилимся. За счет деревьев. Которых, слава богу, много. А все, секунда, да? Да, секунда, давай. Кража жизни, конечно же. Вот она, кража жизни. Сбор. Удача, 8% к урону. Урон. Крылышки... Надо забирать. Когда я эти возьму? Я их, походу, не возьму. Копье тоже нужно. Мне хватит и на крылья, и на копье. Забрали. 69. У. Тут 110 урон. Скорость атаки 59. Что, кстати, хорошо. 0,7. 0,96. Так. Глаза пришельца. Я все же надеюсь, я когда-нибудь возьму. А это что у нас за персонаж? Я забыл, я уже запутался в них. Двенадцатая волна. Надо готовиться к жести на 13 и 14. О, нифига я этого ящера выщелкнул. За секунду просто. А, это персонаж Лавкач, который на месте нельзя стоять. Ну, это вообще не проблема. Ой, больно. Больно, 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 больно. Нормально. Крит удар стихийный, минус урон в дальнем бою. Крит удара я как бы там в жертву приносил вроде, да? У меня минус 4. Стихийный. Разобрать. Ну, если на халяву дают, бери. О, еще больше от расходников. Мне скорость же надо качать.
Я и забыл. А мне ни разу тут даже... Не, может, попадалась скорость? Но немного, да? Вот, 6 скорость. 9 уклонения. 3 броня. А броня опять в минусе у меня. Нельзя, чтобы так было. Ну, блин, так хочется 9 к уклонению взять. 9 к уклонению. Дальний бой, скипетр. 8 сбор. Ну вот, взять нечего, кроме как глазики пришельца. Так, отлично, топор. 2 броня, 6 к уклонению, минус 3 максимум здоровья. Вообще, надо забирать эту штуку. И вот эту. Всего по чуть-чуть. И брони хоть чуть побольше будет. Может, хоть какую-то роль сыграет. Вперед. Так, нормально. С уроном все в порядке. Вообще все в порядке с уроном. Так, чтобы не зажимали их прям изначально, начинаем кучи вот эти расхерачивать. Пока в центре буду держаться. Оу. Да ладно, этого минотавра так вынесли. Козерога, кто это, кто бы это ни был. В общем, этого выродка. Вот он, еще один. Так, значит, в натуре все с уроном в порядке. Ну, погнали по кругу гонять. Соберем хп. Вампирика пока недостаточно. Здесь к урону минус 6 скорости атаки. Берем. Так, копьецо. Вот я так и думал. Сейчас придет какое-нибудь вот такое, да, синее. И чтобы я ничего не смог сделать, чтобы мне пришлось разбирать. Мы его закрепим сейчас. Потому что я... Там 8 сторон, тут 74. Вот, урон мне намного больше. А, я могу вот эти два в красную сделать. И забрать его. Но пока нет. Потому что броня минус 1. Так, ну вот, крит удар. Здесь 3 максимум здоровья, здесь минус 3 максимум здоровья. А, ну да, и копье можно забирать тогда. Объединить. Все, красненькое и есть. Кражу жизни. И здоровья. Вообще, скорость. Еще дальше скорость повышать. Стрелки убить. Хил убить. Сейчас еще стрелки должны где-то появляться. Вон они. Чтобы они вообще даже стрельнуть не успевали. Успел. Успел все-таки. Плохо дело. Значит, плохо я играю. Раз он успел стрельнуть. А это сразу две волны их появилось. Так, иди сюда. Не убил. С одного удара не убивай их. Каким-то из оружия. Эй. Вы, может, угомонитесь, а? Сейчас меня убьют. Мне надо хп. Дерево. Вот хп чуть-чуть. Но это совсем-совсем мало. Иди сюда, блин, падла. Это 13-я, да? Или 14-я? Сложная, которая. Ух. Кое-как выжил. О. Кролик. Бесплатная замена. Поменять. Так. Крит удар. Не надо. Скорость. Ух, кража жизни. Давай. 7%. Все равно мало. 6 к параметру броня, минус 8 скорость. Да сейчас, это для меня будет и минус урон. Сбор, минус броня. 16 сбор. Ну уже 15-я волна. Не надо. Поменяем, бесплатно же. О, а вот и копье такое. Отлично. Огнемет. Поменять или не надо? Поменяем. Эх. Скипетр, медпушка, очки. Дальность. Давай. 80 дальность. В принципе, норм.
15. А, это была, та была 14, да. То, ну, она 14 тоже. Сейчас все сложные волны будут. Тем более, когда у них такой урон. У врагов, я имею в виду. Так, надо скорость еще, макс сейчас. Здоровье как-нибудь бы еще восстановить. Ой, не восстановить, а побольше сделать. А так, я прям вот сейчас вижу, что не всех я с одного, с одной тычки убиваю, а должен всех. Вот, вот этих слабых я имею в виду. По крайней мере, их точно должен. Дальность, минус кража жизни, да сейчас. Скорость атаки, урон, крит удар. Ну, можно дальше скорость атаки. Лягушка, минус 5 к уклонению. Сбор плюс 10, дальность 20. Уже не надо. 15% при гибели врага нанести случайному врагу урона 6, но это очень мало, меняем. 8 здоровья, минус 4 к уклонению. Можно взять. Почему мне на скорость ничего не приходит? Вообще ничего на скорость не приходит. Вперед. Так, ого, вот он урон, блин. Это что вот так прилетело мне на больше, чем половина здоровья? О, все, 60, 60 урона, вы посмотрите. Одна тычка, как это пройти? 60, блин. Я понял, почему 60. Потому что я, наверное, остановился, да? Я, наверное, остановился... И у меня стало минус 98 брони. И он в этот момент попал. Ну блин, что, остановился прям на миллисекунду и сразу такой бешеный урон? Тоже дебилизм. Но пока за него я прошел дальше всех. Нормальный перс. Так, ну что ж, продолжим, ребята. Мы... мучиться дальше уже в следующей серии. Если понравилось видео, поддержите лайком, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Фибоначчи, и пока-пока.